Точка. Я из редакции. Пожалуйста, стенограмму речи товарища Королева. Одну минуточку. Вы извините, что я тороплю, но речь Королева должна быть помещена в завтрашнем номере газеты. Эти цифры надо уточнить. Королева страшно трудно стенографировать. Все время смех и шумные аплодисменты. Председателя. Слово имеет товарища Терехина. Точка. Скажите, товарищ Королев, председатель Большоозерского райисполкома, здесь? Да нет его. Василий Андреевич сам его ждет. Где же он может быть? Ну, так он, наверное, за лесом пошел. Ищите его в облсполкоме. Не нужен ему теперь лес. Он на металл переходит. Товарищ Ивашин, зайдите, пожалуйста. Да-да. Здравствуйте. Статья Королева готова, я ее немножко сократила. Вы сократили статью Королева? Да. А вы знаете, кто такой Королев? Знаю, председатель Большоозерского райисполкома. Нет, это еще не все. Королев это у нас король степей. Я даже редко сам сокращаю его выступление. Вам не удалось его встретить? Нет, он уже уехал к себе в район, и я... Ну, советую при случае познакомиться с этим человеком. С Королевым вы познакомитесь. Поедете завтра в Большоозерский район, дней на 40. Будете там редактором нашей выездной газеты. За этим я вас сюда и пригласил. Кем? Редактором. Кем? Да, я сама. Да, сама. Ой. Вы кончаете институт. Ой. За эту вашу студенческую практику вы должны самостоятельно выпустить несколько номеров газет? Да. Должна. Там есть своя районная газета. Вы будете выпускать газету непосредственно в колхозе. Вы привыкли, что рядом с вами идут ваши учителя. Педагоги, профессора. А сейчас вам придется шагнуть, не держась за палец. Пора. В этом вашем первом столкновении с жизнью получите ли вы ушибы? Очень возможно. Будут ли у вас неприятности? Вполне вероятно. Но вы узнаете великое счастье войти в жизнь своей родины тружеником, творцом. Желаю вам удачи. Желаю редактировать умную, смелую, партийную газету. Завоевать признание читателей. Счастливого вам пути, товарищ ответственный редактор.
пространство кругом. И на все это мы должны влиять. Влиять. 40 лет набираю газету, но такого редактора не видал. Образование она, конечно, имеет. Ты ее спроси, что такое ответственный редактор. Интересно, как вы ответите на этот вопрос? Я отвечу. Ответственный редактор – это... Это... Ответственный редактор. Не пугай ты ее, Илья Михайлович. Она сама все узнает. Антонина Петровна, ничего. Я печатник, Илья Михайлович, наборщик, митрампаж. Будем сообща выпускать газету. Будем. Вообще вести пропаганду. Только вот как ее вести? Пространство? Минутку, а может, твоя минутка в нашу сторону и перетянет. Когда начнут потом решать, хорошие люди в Большоозерском районе или плохие. Куда? В рай или в ад? Ко мне, дочка. Откуда? Чем занимаешься? Я редактор выездной газеты. Вы не читали последнего номера? Здесь ваша речь. Читал. Читал. А ну-ка иди сюда, дочка, на расправу. Это что же вы такое натворили? Кто мою статью сокращал? Не ты, случайно? Я. О, нельзя так, нельзя. Тут наши рекорды, кто за ними угонится. Вам, газетчикам, это цифры. А нам показатели, слава, репутация лучших наших людей. Это пошире надо показать, а вы сокращаете. Нельзя пошире, Константин Федорович. Здесь только 200 строк можно, и не буквы больше. Видали, а? Они наши дела по строчкам мерят. Вот смотри, строчка. Построили новую МТС. А вот она, строчка. Я бы хотела выяснить обстановку, в которой мы будем работать. Коновалов? Есть Коновалов? Обстановку, в которой вы будете работать. Коновалов? Слушай, Константин Федорович. Вот Уварова, редактор. Выездной газеты приехала из области, надо ей прояснить обстановку для работы. Все ли у тебя приготовлено для гостей? Докладывай. Так, мебировка оканчивается. Краска немного в гостинице попахивает. Ну, это ничего. Ничего, мы же строимся и... Ну, они журналисты привычны, ко всяким передрягам. Это же бродяги. Вы меня не поняли, Константин Федорович. Жить мы будем в автобусе. Я говорю, выяснить обстановку в смысле... Принципиальная обстановка. А у меня принципиальная установка такая. Начинает со мной человек работать, я его должен накормить, напоить, а также умыть. Правда, такая пыль. Ну, отдыхай. А я с Ивашиным поеду. Новый секретарь райкома. Нет, я не могу отдыхать ни минуты. Я должна поехать с вами. Ну, тогда натягивай капюшон. По степи поедешь и по проспекту. Покажу тебе жизнь. Ты глаза раскрой, уши навостри. Вот, знакомьтесь, товарищ Бережной, председатель колхоза. Здравствуйте, Ивашин. Здравствуйте. Его колхоз называется «Победитель». Вот тут в уборочную побеждаете. Есть где развернуться? Да, тут сквозь как ехать будем наш хлеб. Интересно ваши подсчеты. Сколько с гектара хлеба возьмете? Да как сказать, богатый нынче год. Потрудились. И должен сказать...
Опять же, природа, ну как ее учесть? Привет. Ну, шире глаза раскрой. Видишь? Не голыми руками степь берем. Есть чем орудовать. Вот все это можешь записать. Ну, правда, главное это сейчас на участке, на поле боя. А тут уж знаешь. Но ты смотри, все примечай. Перед тобой вся картина в натуральную величину. Тут, брат, всякую всячину увидишь. О, вот, вилы. Вот в газете про них, конечно, передовую статью не напишешь. А на практике эти самые вилы очень сгодятся. Тетя Варвара, обеда! А дверей тебе нету. Как хочу, хочу. Географию-то знаете, а учить вас все равно надо. Скоро в школу их повезу. Матери-то у них в поле, но чемоданчики мне прислали. Я их и повезу. Да, может, отчетные данные показать? Ведь у нас, знаете, в прошлом году урожай был много больше, чем по запросам. А если посравнить с 39-м годом, так тут, конечно, достижение. Вот ты еще вспомни, что при царизме тракторов не было, а теперь есть. Я с вами согласен, Варвара Степановна. А действительно, товарищ Бережной, давайте посмотрим, что лучше вперед. А вот он самый, Яшкин. Здравствуйте, Константин Федорович. Привет, мастерам земли. Ну как, герой, выходишь на первое место? Греветь собираешься? Знакомься, редактор. Николай Яшкин. В газете фигурировать будет. Нет, нет, дочка, ты его одного снимай. Главного героя. Ну как, даешь нынче три нормы? Да надо бы. А не боишься? А чего ж бояться? У нас с рекордами большие строгости. Что, опять комиссия? Ну. Зачем? Как зачем? Вот затем, что вот он пойдет вперед с ложкой, а за ним семеро членов комиссии с ложкой. И начнут записывать, высчитывать, проверять. Ну что ж проверять-то, когда нормы перевыполнены? Это же факт очевидный. Да. Наш ученый фактом не верит. Какой ученый? Есть у нас один такой ученый. Агроном Архипов. Он каждый факт должен цифрой оформить. Вот, к примеру, мы стоим, разговариваем. Он должен вычислить, может ли данная гражданка стоять 4 часа 20 минут у комбайна. Похожка. Виноват? Нет, товарищи, это недопустимо, чтобы кто-то мешал рекордной работе. Эх, дочка, поживи. Присмотреть к практике. По цифрам, знаешь, все правильно получается. А вот по фактам под суд пойдет. Когда он эти факты цифрами оформит. Кто он? Опять этот Архипов? Вот. Вот смотри. Вот это факт. Хлеб. Природа. Вот подул степной ветер. Ну и не хватило столько судов хлеба. А он уж государственный план занесет. Нет, дочка. Легко по векам в канцелярии колдовать. Когда на степь оттуда, из комнаты, вот из окошка смотрит. Оттуда ни туч, ни ветра не видно, одну только бумагу видать. Ну вот наш Архипов и подпарился к таким плановикам. Это какой-то чеховский Беликов, человек в футляре. О, вот он и знает, человек в футляре. Вот метко сказано, метко. У вас, журналистов, сразу острое словцо. А мы выступим против Архипова. Значит, на первой странице рекорд товарища Яшкина, а на другой человек в футляре. Готово. С пылом, с жаром первый номерочек. Человек в футляре. А ловко она приспособила эту карикатуру, а? Гвоздь. Почти сенсация. Это создаст нам успех среди читателей. Ну, давайте на машину и печатайте. Хорошо. Минутку. Редактор должен поставить подпись. Разрешаю к печати.
На счастье, ты постоянно дожидаешься. Не гони машину! Режь голос ниже! Ниже режь! Колька! Режь ниже! Я тебе официально приказываю! Колька! Во-первых, по официальной линии я вам не Колька, а товарищ Яшкин, компаньон МТС. А Колька я вам прихожу, верно. Тут по линии тетки Варвары. Вот так-то, товарищ Колька. Иван Гаврилович! Иван Гаврилович! Товарищ Архипов! Как инспектор по качеству, я вас спрашиваю, вы будете нести ответственность или как? Ты посмотри, Николай, ведь зерно-то, хлеб за тобой остается. Это вам? Вам говорят, товарищ Яшкин, хлеб надо убирать чисто. Вы, наверное, еще бабушку Харитонову видали, она так же высказала. А вы что, не согласны с бабушкой Харитоновой? Нет, у нас свое мнение есть. А сейчас это мнение вредит интересам многих людей. И пойди, ваши интересы страдают, однако вы жалование получаете. Жалование? Ну да. А ты что ж думаешь, за жалование можно отдать земле все силы свои, сердце свое, чтобы она родила такой хлеб? А здесь всегда столько хлеба родилось, что хватало. Вам здесь хватало? Ну да. Ну да. Ну а если на другом конце нашей земли солнце выжгло хлеб, так твое дело, сторона что ли? Вы меня не агитируете, я на агитацию не поддаю. Да, жалко, а вот мы тебя ссадим с этой машины. Пожалуйста. Пожалуйста. Не за крицетус, не грикулус. Чего? Хомяк, говорю. Суслик. Одним словом, товарищ Яшкин, у вас явно недокомплект. А то как? Недокомплект, говорю, руки есть, а головы настоящей не хватает. А, ну спасибо и на это. Пожалуйста, пожалуйста. Нету горючего, нету. Так ведь сколько процентов уж сэкономить? Да вы мне его не на проценты, а на капли считать должны. А ты... Переждай! Гори базу! Ну, как тут у вас? Да нормально. Кончаем участок. Зови всех, сейчас о премии разговор будет. Да вот какое дело, Константин Федорович, вот с горючим. Нету. Нету, да. Вывернись как-нибудь. Так а вдруг не подвезут? Ездят они тут с горючим по тракту. Ну? Может им ну, дать какую-нибудь официальную бумажку, чтобы нам они вне очереди бы. Ну вот видишь, тебе вне очереди, другому вне очереди. А ты сам изворачивайся. Привыкли за спину Королева прятаться? Идем. Придется самому изворачиваться. Вот как? Эх. Эх, товарищи, внимание! Ой, да начинают петь страдания. Верно, Мария Николаевна, у вас на комбайне вместо соревнования одно только страдание получается. Может, помочь всем, а? Нет уж, не надо. Я решила без вашей помощи две нормы дать. И уж качеством будет получше. А я захотела синица моря поджечь. А вы, интересно, как вы птицы себя представляете? Чё? Так никому за вами не летать. Да? Может, может. У вас, товарищ Яшкин, слишком много пережить. Может, перевоспитывать меня возьмет? Возьмусь. Вот сейчас и начнем. Да нет, мне сейчас нет. Когда я сейчас обедать иду, боюсь, что ты здесь испортишь. Товарищ Яшкин. Слушаю, Константин Федорович. Поздравляю, товарищ Яшкин. За перевыполнение норм вручаю вам наш скромный подарок. Спасибо, Миша. От имени райисполкома. Спасибо, Константин Федорович. О, извините. Ну. Рекорд товарища Яшкина считаю недействительным. Это почему же это? Дядя Андрей, а? Потому что хлеб убран
не так уж чисто и аккуратно. От имени государства не принимаю ваш рекорд. Как? Как? От чьего имени вы здесь выступаете? От имени государства, Константин Федорович, потому как вам известно, что я являюсь инспектором по приемке качества полей и действую, как бы выразиться, по уполномочию от государства. Так, значит, вы со мной решили говорить от имени государства? Да, Константин Федорович, решил говорить. Так. Значит, вы государственный деятель, следите, чтобы поле было убрано чисто. Слежу, Константин, слежу. А Колька Яшкин, он действует бессовестно, потому как... Постойте, а кто же толкает вот этого малютку на преступление? Не должно быть, он сам толкается. Так, значит, раз потери зерна беспокоит и вопросы морали тревожат. Тревожат. По-вашему, хорошо бы, чтобы все было по инструкции. Да, пожалуй, я бы так жил. Машин много, комбайнеров хватает, а я только сессии провожу, в пленумах участвую, за перевыполнение благодарю. Нет, так Яшка... Канцелярист вы, товарищ Курочкин, вместе с вашим шефом, ученым-агрономом Архиповым. У меня под ногами земля горит! Вот что-то хлеба убрать надо! А по-вашему, я должен следить, чтобы Яшкин получил благородное воспитание. Вот у Бережного. Теоретически должно быть горючее, а его нет. Послушай, Бережной, а ты сходи на нефтебазу, ну, прочитай там лекцию. Скажи, что некрасиво, ну, неэтично, неблагородно с их стороны задерживать горючее, когда по графику оно должно быть тут. Ерунда, теория. Самый свежий газета! Самый первый номер! Самый первый номер! Ну-ка, давай! Минька, да самый свежий газета! А про нашего просто написано, а? А это поставьте у меня в лаборатории. Ну, там, где стоит Овена Сатива. Овел, значит. О! Здравствуйте, Константин. Высокий урожай, номер первый. Дядь Вань, на эту газетку. Давай за высокий урожай. Очень рад вас видеть, Константин Федорович. Чем порадуете? К сожалению, разговор у меня неприятный. Я просил МТС отстранить Яшкина от работы. Причины? Причины? А вот, пожалуйста, я подсчитал. А, догадываюсь. Вы подсчитали, как сохранить фунт. Зато в другом месте не успеешь. И фунт потеряешь. К сожалению, Яшкин не фунт потерял. На одном только этом участке он бросил 100 пудов хлеба. А сколько у нас этих участков? А за всю эту осень он потеряет около 1000 пудов. Это у нас, а в районе 50 тысяч пудов. А если посмотреть масштабами всего нашего государства, так... Нет, мы этого допустить не можем, Константин Федорович. Ну, а я допустить не могу, чтобы вы мне читали лекцию. Уместнее было бы вам отвечать. Вот газета. Общественность перед вами ставит ряд вопросов. Поехали. Слышал наш разговор и молчал. Ну скажи, почему ты молчал? Пойду по текущим делам. Нюся! Нюся! Кого ты увидишь? Колхоза победитель! Спроси там Бережного, председателя. Наряд у него есть. Давай. Бережного? Есть такое дело.
мне бы этого. Как его? Которого? Ну вот этого самого. Ну толком говори. Чего среди ночи на дорогу выскакиваешь? Ну, чего тебе надо? Горючего надо. А с какой стати я тебе вдруг горючего давай? Я его в назначенное место по наряду везу. Выскочил вдруг из кустов, давай ему горючего ни за что, ни про что. Ну как ни за что, ни про что? Вот за барашка. А знаешь ты, дурная голова, что меня с этим горючим вот так ждут? А ты знаешь, умная голова, что я тоже вот так жду горючего? Ну? Я знаю, они там в керосине купаются, а у меня ни капочки. Держи, пожалуйста, барашка, будь другом, а? Держи. А ну давай, 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 давай. Давай! Давай! В чем дело? Мне хотелось бы видеть редактора. У вас что, заметка? Нет, мне просто хотелось с ним поговорить. Устные жалобы. Возьми такой невеселый вид. Нет, но если посетители приходят поговорить, то это или жалоба, или опровержение. Надеюсь, после первого номера рано появляться с опровержением. Еще бы. Вот, подождите, редактор сейчас придет. Читайте. Читайте. Вот так. Да. В каждой газете главное дело самокритика. Понятно? Правильно. Печать большая сила. Вы разберитесь внимательнее. Опять посетители. О, да, извиняюсь. Мы с вами потом поговорим. У вас здесь интересно как... Заведующий будет или директор? Видите ли, собственно, здесь, в типографии, нечто среднее между заведующим и директором буду я, Метран Паш, поскольку я отвечаю за производство газеты. Ну и как же вы эту газету производите? Варвара Степановна. Прошу за мной. Разместились мы в вашей... в колхозной лаборатории. Прошу. Не стесняйтесь. Проходите. Вот. Это так называемая наборная касса. Прошу. Садитесь. Тут шрифт, буквы. Я произвожу газету так. Я беру вот так. Буквочку за буквочкой, буквочку за буквочкой, буквочку за буквочкой. Кстати, как вас зовут? Андрей Иванович. Варвара Степановна. Курочкина. Теперь тиснем. О. Уважаемая Варвара Степановна Курочкина. Гляди, Андрюш. Действительно, уважаемая. Так значит, вы буквочка по буквочке, можете составить и никудышнее, Варвара Степановна. Вполне. Тиснем. Никудышняя Варвара Степановна Курочкина. Гляди. Действительно, никудышняя. Это нам не в диковинку. Буквочка к буквочке, буквочка к буквочке. Это видали. Что же это значит? В каждой газете будет все никудышняя Варвара Степановна и никудышняя Варвара Степановна. Да, да, да. Да, да, да. Ну, видите ли, здесь у нас количество газет, или, как говорится, тираж, небольшой, нет. Каких-нибудь 300 экземпляров. Ой, бедный же ты наш Ванечка Архипа. 300 раз вам надо было сказать, уважаемый агроном Иван Гаврилович Архипов. Тысячу раз вам надо было сказать, уважаемый агроном Иван Гаврилович Архипов. У нас с ним, с Иваном Гавриловичем Архиповым. Недавно был идейный разговор.
такую вот пшеницу будем сеять, что жара ее не иссушит и холода не тронут. А вы про него такие слова ложные разносите. Я ж вас понял. Надо писать опровержение. Скажите мне вашу мысль в общих чертах. Скажем так, неправильное изображение поступков агронома Архипова. Ивана Гавриловича. Я еще проконсультируюсь с редактором. Спасибо за ваше внимание. Благодарны. Ну, это хорошо, что мы сходили. А вот попусти так, и глядишь, человек остался бы в футляре. Вот, а ты говорил, зачем идем, зачем идем? Кто говорил? Да ты говорил. Я говорил. Ишь, быть, буквочка к буквочке. А какие буквочки? Тут уже глаз да глаз. Да вот ты все и говорил. Что, да что я говорил, а ты не говорил. Товарищ Ивашин, простите, я задержалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Это к нам приезжали? Очень приятно, что население уже идет к нам. Да, товарищи, это секретарь районного комитета партии, товарищ Ивашин. Познакомьтесь. Здравствуйте. Грач. Прошу. Это. Слушай, тогда ему, наверное, знакома эта газетка. Правда, мы оперативно выпустили первый номер? Да. Спасибо. И карикатура хорошая, правда? А что, он действительно старик этот? Вероятно. Садитесь, пожалуйста. Во всяком случае, это типичный специалист старой формации. Да, конечно, это не молодой человек. Ах, вы еще не встречались с ним? Не могла же я успеть всех увидеть. Ну, конечно, конечно. Ну, вы так удивленно спросили? Да, меня удивило, что вы так расправились с человеком, которого даже не видели. Но, к сожалению, факты убедительно говорят о неправильной позиции этого специалиста. А в чем же эта позиция? Понимаете, этот старикашка, этот Архипов, он из-за каких-то мелочей придирается к передовому комбайнеру. Больше того, наша редакция выяснила, что он вообще берет под сомнение цифры учета урожая. Видите ли, он считает, что урожай подсчитан неправильно, что хлеба больше, чем подсчитано. Да он дезориентирует председателя колхоза Бережного. А что ж Бережной подсчитывает, только половину? Ну нет, не половину, конечно. Но во всяком случае он действует, исходя из практики. О, это очень любопытно. Но откуда у вас, товарищ Уварова, такое недоверчивое отношение к теории? Вы что, учитесь? Да. Это моя дипломная работа. Я должна выпустить несколько номеров совершенно самостоятельно. Но, по-вашему, я в первом же номере допустила грубую принципиальную ошибку. Я дезориентировала... Дезориентация, формация. А свои человеческие слова у вас есть? Черт знает, какая чепуха получается. Мне очень тепло, но кажется искренне. Нет, я ничего не понимаю. Ведь я разговаривала, смотрела, слушала. Простите, у меня есть основания не доверять вашему слуху и зрению тоже. Вот вы, например, увидели, что комбайнер Яшкин герой, и призываете следовать его примеру. А вы не догадываетесь, что произойдет, если читатели, если все комбайнеры последуют призыву вашей уважаемой газеты? Они будут оставлять на поле на гибель сотни тонн хлеба, а в этот хлеб вложен труд, бессонные ночи, надежды. Вы представляете, что мы натворили? За такую практическую работу вас нужно немедленно снять с поста редактора. А что, если я вам скажу, что Константин Федотович Королев сказал, что архиповская ориентация... Простите, я хотел сказать, архиповское мнение, что мы можем собрать хлеба больше, это авантюризм. Кто это сказал? Королев. Кто? Королев Константин Федотович. Да нет, вы его не поняли. Не поняли? Я сама хорошо слышала. А я вам сказал, что у меня есть основания не доверять вашему слуху. Походите по колхозам. Одна. Без провожатых. Прислушивайтесь, приглядывайтесь. Каждому слову вашей газеты верят. Боюсь, что вы еще не поняли, как нужно дорожить этой верой. Если даже мы... Если наша газета зря обидела Архипова, его авторитет, конечно, пострадал. Но ведь если мы поместим опровержение, пострадает авторитет газеты, это-то еще хуже. А можете вы солгать человеку, который считает вас самой родной, самой близкой, самой бескорыстной? Можете вы схитрить перед таким человеком, а потом прямо смотреть ему в глаза? Нет, не могу. Вот сейчас к вам приходили читатели.
А не представляет себе, чтоб наша газета могла несправедливо обидеть человека. Народ привык верить в правду и чистоту каждого слова в нашей партийной печати. Можете вы увильнуть от честного разговора с ним? Нет, не могу. Нет. Мы боремся за хлеб. Мы говорим, драгоценные зерна. А ведь самые драгоценные зерна – это наши люди. Вы этого никогда не забывайте, товарищ ответственный редактор. Спустил. Вот пришлось вернуться. Что творится, а? Садись. Большие неприятности может причинить такая погода. Ясенко и... А ты чем Михаил Петрович кормил? Так они, Константин Федорович, пришли и обыкновенно сели. Я все-таки, который кадр-то знаю. Значит, знай. Самый почетный человек в районе, секретарь райкома. Ты мне можешь дать второй кусок, а ему первый. Ну, давай. Я, Константин Федорович, думал, вас вчера ночью в Никольском застану. Ну, мил, я уж оттуда... Карташовку махнул. Представляешь, тракторов хватает, комбайнов хватает. Так вот, видишь ли, про брезенты забыли, на солнышко понадеялись. Нос вытащишь, хвост увязнет. Вот там хвост и вытаскивал. А потом смотришь, опять нос увязнет. У нас, Константин Федорович, теперь своя музыка будет. Да? Да. Я одного гармониста из соседнего района утянул. Смотри ты, утянул. Ну, скажи, пригласил. Создал условия. Делец. На пятачке польку-бабочку станцует и не оступится. Ах, Михаил Петрович, знаешь, в этих хозяйственных делах все-таки не всегда приходится идти по букве закона. Ну, конечно. Вот. Выздоров. А зачем тебе идти по букве закона? Ты иди прямо по закону. Видишь, ты как свернул, а? Здорово. Здравствуйте. Присаживайтесь. Господи. Константин Федорович, я хотел к вам на прием, довезу машину. У меня везде прием. Во время уборочной в кабинетах не сидим. Садится. Спасибо. Константин Федорович, что же это получается? У меня тот участок-то не принимают, как будто я его совсем не убирал. Скажите, именно об этом в вашем участке говорилось в газете? Вот газет писал, хвалили. Помните, Константин Федорович, вы меня еще поздравляли? Да, поздравляю. Помните, еще патефон? Ну, помню, помню. Ну, вот так оно и получается. Как оно получается? Ну, как оно получается? Получается так, что, так сказать, поздравляли, музыка играла, а Курочкин... Участок не принимают. То есть МТС работу без Курочкиной подписи не принимает. Вот Курочкин вот этот акт вот не подписывает. Так сказать, без Курочкиной подписи вроде... Ну, позвоню в МТС, пусть разберутся. Понял? Понял. Уж раз вы позвоните как-нибудь без Курочкиной подписи, это... До свидания. До свидания. Парень подумал, что его защищать собираешься. Ну, такой сам не сплошает. Отобьется. При мне вырос. Чего его защищать? А в МТС надо будет позвонить. Действительно, там мудрят чего-то. А ведь Курочкин абсолютно прав, Константин Федорович. Яшкин оставляет, бросает у себя на участке около 100 пудов хлеба. И он же, оказывается, перевыполняет план уборки. Тут какая-то тайная магия или просчитались, когда урожай учитывали? Просчитались. А может, мы с умыслом не весь хлеб учли? А потом мы его с Яшкиным на сторону пустим, денежки в карман... Допускаешь? Не допускаю. Нет, дорогой Михаил Петрович, и килограмма колхозного хлеба себе не взял. А наши планы тут на поле делаются. Вот нагрянет такая беда. Смотришь, на каждом гектаре маленько-то потеряли. Ага. Значит, архиповское мнение, будто мы можем собрать весь хлеб авантюризм? Да вот тебе моя рука. Что будет постановление? На первом месте в области Большоозерский район. Ну и в скобочках
секретарь райкома, МЭП Ивашин, педрайисполкома, КЭП Королёв. Ну, а что там еще выше, скажут, посмотрим. Что 120% плана к бабушке ворожить не ходи. Нет, я не пойду к бабушке ворожить. Я сам разберусь во всех этих планах. Поехали. Прекратите в эту музыку. Так голова кругом идет. Что вы здесь делаете? Жду, пока дождь пройдет. Вы не скажете, как пройти в бугры? Ну какие там бугры? Идите сюда, размокните. Ну тогда стойте там. На расстоянии, так сказать, безопаснее. А вы думаете, я вас боюсь? Как сказать? Пожалуйста. А у вас там что такого срочного в буграх-то? Мне нужно увидеть одного агронома. Агронома? Может быть, я тоже агроном. Ваша фамилия как? Моя фамилия Архипов. Как? Архипов. Да. Архипов. Вот как. Не может быть. Не может быть. Это ужасно. Что ужасно? А, понимаю. Значит, обо мне уже слава по всему району пошла. Газету читали. Ну да, встретить Архипова ночью, да еще с глазу на глаз. Про меня ведь как в газете написано. И в футляре, понимаете, и цифрами опутанный. Олух царя небесного. Кто? Редактор. Ужасно. Ужасно. У вас что, зубы что ли болят? Или может беда какая случилась? Подождите. Неужели, неужели те, кто видел вас, кто знает вас, неужели они могут поверить, что вы человек в футляре? Спасибо. Вот спасибо, как это вы так славно и душевно сказали. Да вы встаньте сюда, тут по суше. Как вас зовут-то? Антонина Петровна. Вот-вот. Антонина Петровна, слыхали вы, как они надо мной смеялись? Смеялись? Да. И Яшкин смеялся. Его в газете героем сделали, а люди увидели, что к славе можно окольным путем подойти. Вот все говорят, золотое зерно. А я смотрю на него и думаю, ни с каким его золотом не сравнить. Ведь у нас, Антонина Петровна, самородок в 5 пудов не найдешь. Здесь в каждый колос труд человеческий вложен. И каждый колос, который поникли, засохли или просто брошен, жалко. Жалко. Их. Меня будто камнем по голове ударил человек в футляре. Ну кто? Кто меня теперь слушать будет? А ведь вся беда в том, что этот простофиля не своим умом живет. Какой простофиля? Да редактор. Все же с чужих слов написал под диктовку. А вы думаете, ему диктовали? Думаю. Кто? Да есть тут один человек. Вы его знаете? Знакомы, только... Сказать-то про него не знаю, что. Ого! Однако туча прошла. Пойдемте, я вас в бугры доставлю к вашему агроному.
Я не пойду в бугры. Ну вот, то пойду, теперь не хотите. А, понятно. Может быть, теперь и у вас дела? Ну да. Как кому теперь с Архиповым разговаривают, так сразу у всех и дела находятся. Так, так. Ну что ж, прошу прощения. Прошу прощения. Женская бригада в полной боевой готовности. Надо в свое время приходить. Не беспокойтесь, я этот час за одну минуту наверстаю. Слышишь, а тетка Варвара? Не оглохла. Чудно получается. Значит, инспектор по качеству Курочкин сердится на меня. А она, значит, как жена ему тоже. А тебе тетка. И не жалей. Не жалей об этом, тетка Варвара. Ведь потом будут говорить, мол, та самая тетка Варвара, у которой племянник Николай Яшкин герой. Вот ведь. И спросит тебя, а ваш родной племянничек, почему на колхозном поле со своим комбайном такое безобразие делает? И какое вы ему даете первоспитание? Вот заявлю, что не желаю состоять теткой при таком племяннике. А, значит, отчисляете меня из племянников? Вот отчисляю, да. Ну что ж, буду в анкетах писать. Бывший, мол, племянник Варвары Курочкины. Он, значит, машину со всей силушки гонит, а после машины хлеб на поле остается, а ему и горюшка мало. А буря настигнет, да не успеем убрать. Вот где горюшка-то будет. Не пугай нас бурей, Николай. Мы войну видали. Нервник теперь мало. Один Яшкин всех спасает. Ты ушел, а вот эта манютка вот такая осталась. Мы ее садим на комбайн, она говорит, ой, тетеньки, я не курсованная, я только штурвальным могу быть, а курса не проходила. Поойкала, да и поехала потихоньку. А, она, однако, и сейчас все потихоньку-то едет. А вы чего это за меня душой болеете? Не беспокойтесь, Николай Севастьянович, цыплят-то эти по осени считают. И ведь до чего же этот Колька маленький-то слухмённый был, а? Ведь бывало, учительша скажет, Николай Яшкин все умножит, все разделит и все без остаточку получается. Эх, поглядела бы она, покойница, какие теперь за ним остаточки остаются. Чтоб маленький чего чужого взял, сохрани, помилуй, ни морковочку из соседского огорода не удергивай. А вы бросьте, дорогая бывшая тетя, надо мной причитать. Морковочки не удергивал. А чего я теперь у вас удернул? Морду удернул. Из моего кармана хлеб удернул. А вы, бабушка, чего волнуетесь? Вам, наверное, на всю вашу жизнь, ну, центнер-то хватит? Не хватит, мне надо столько, чтобы весь народ сытый был, и чтобы в анбар было полно-полнёхонько, для всякого случая. Вот, может, государство какое нуждающее, поможем. Ой, умора, вся женская бригада в политику пустилась. А ты разве не всех в политике ты пускаешь? Ошибаешься, Коленька, без нас теперь политики не бывает. Черчилль какой нашелся. Это я? Черчилль? А кто вам дал право такими словами выражаться? Да я вот скоро на всю область греметь буду. Да, вот газета пишет. Пожалуйста, следуйте примеру комбайнера Яшкина. Что вы на это скажете? Я скажу, товарищ Яшкин. Наша газета ошиблась, заняла неправильную линию. То есть как так? Здрасте. Сколько лет грамотно не слыхали, чтобы газета неправильную линию брала. Я не слыхал. А ты вот слушай. Значит, гражданка знает, раз так высказывается? Да. Газета ошиблась, называя Яшкина героем. В сущности, это я лично ошиблась. Лично я написала вас неправильные слова. Это были ваши личные слова? А как напечатаны, какие же это личные? Это уже газета. Вот тебе. Но ведь это именно я, только я ошиблась. И неужели вы чувствуете все-таки себя героем? Да, чувствую вас. А мы это не чувствуем. Видишь, какой чувствительный. Мы тебе сейчас покажем наши чувства. Не надо, тетя Даша, его обижать. Его пожалеть надо. Возможно, он кости босиком останется. Да берёмте ему, женщины, на бедность. Подайте Николаю Яшкину. Старые погорельцы собирали. А вот здесь кто не погорельцы есть. На фальшивом рекорде-то погорел. Довольно издеваться. Куска хлеба проглотить не дадите. Тебе этот кусок поперек горло стал, потому что он неправильно заработанный.
Ну чего стоишь? В ногах правды нет. Садись. Попала в беду девка. Это ужасно, что я наделала. Как трудно на практической работе. А ты не вешай головы. Мне один раз сам председатель сельсовета поперек дороги стал. Сам все предлагает, сам постановляет, сам в протокол записывает. Так я ему показала. Теперь чуть что, слово предоставляется Авдотье Михайловне. Бывает такое состояние, когда кажется все вокруг удивительно мрачно. Когда кажется, что нет ничего вокруг хорошего. Вот это и есть пессимизм. Так зачем же тогда нам нужен этот пессимизм? Мы и без него хорошо живем. Нет, ты как Яшкина-то отбрила, а? Дескать, промахнулась, ну и поправлюсь. Так ведь мы ж тебя за это не осудим. Вот если б ты с ним заодно шла, дескать, плевать мне, что люди говорят, ну тогда, девка, не жди добра. Тогда один конец. Пессимизм. Когда ехали мы сюда на автобусе, я все глядел кругом. Пространство, огни, машины и люди, конечно, незнакомые. Я еще тогда подумал, Илья, как это мы сможем на все это влиять? Ну, какая наша газетка? Листик. Тут районы и то в два раза больше. А сейчас, думаю, сможем, сможем. Можем влиять, можем. Разбалочку пешком будешь ходить, так ничего не получится. Здравствуйте, Антонина Петровна. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Архипов. Архипов? Как? Он уже не старик? Кулечкин, пообедать, да поскорее, я тебя прошу, поскорее. Поскорей. А вы тогда на меня не обиделись, Антонина Петровна? Нет, да что же. Да так вообще, как-то я с вами рывком простился. Мне показалось, что вы поверили газете. Не помню, что вы мне тогда сказали. Слов не помню, а на душе как-то легче стало. Ну да мне этими сейчас переживаниями заниматься нельзя. Мы вчера озимое посеяли. Да. Вы знаете мне сейчас, что нужно, Антонина Петровна? Что? Мне сейчас надо 3 теплых зари. Вот, скажем, сегодня дождичек прольет, а через 3 теплых зари уже... Проклюнет, вот. Проклюнет. Да-да. А я у вас не спросил, вы к нам что в район сюда? На уборочную приехали или как? Да, на уборочную. Пойдем, Илюша, бумагу нарежем. Да. Ну давай. Ну, стой. Фух. Из редакции есть кто? Да куда же, ты скотину приволок сюда? Это не скотина. А что не скотина, что птичка? И не птичка. А что? А приложение к пакету. Тут скажут, редактор есть, где он? Я редактор, дайте сюда письмо. Отведите этого барана в сельсовет. Так. Да, я редактор выездной газеты. Это я написала про вас, что вы человек в футляре. И мне теперь хочется вам сказать... А я с вами разговаривать не буду. Я ваши высказывания, так сказать, знаю, читал. Вы, конечно, сердитесь. Да не очень-то вы догадливы, товарищ Уварова. Пожалуйста. Допустим, ваша газета ошиблась. Бывает так, что редакцию вводят в заблуждение. Но когда редактор встречает человека, которого он сам опозорил, и начинает разыгрывать дружеское участие... Неправда! Тогда в степи, когда мы встретились, я не разыгрывала. Да. Когда редактор разыгрывает дружеское участие и с усмешкой слушает простачка-агронома, очень вам тогда смешно было, а? Имейте в виду, товарищ Уварова, когда редактор ошибается, он помещает опровержение. В том случае, если опровержение веское. А сколько оно должно весить? Право не остроумно. Нет, постойте, Антонина Петровна. Я серьезно говорю, сколько должно весить опровержение, которое вы признаете веским? Я вам дам веские факты, Антонина Петровна. Очень, так сказать, веские. Пудов этак на 100.
как вы тут устроились, литераторы? Как она жизнь? Ну, дочка, первый номер газеты. Гремит? Очень гремит. Завоевали себе авторитет. А это что у тебя? Вот один шофер пишет. Бережной давал ему барашка как взятку. Покажи-ка, если это не редакционная тайна. Чтоб перехватить чужое горючее. И, между прочим, барашку он дал без ведома правления. Хорошо. Ну, дочка, это ерунда. Не пойдет. Ну, во-первых, в чем ты его обвиняешь? Ну, погоди. Погоди, когда старшие говорят. Дал барашку. Чепуха. Заменит барашка своим личным. И все твои обвинения отпадут. Ну, а дальше же? А это что? Ну, ведь Бережной дал взятку. Взятку, чтобы перехватить горючее. Значит, он, председатель колхоза, рассуждает как мелкий собственник. Лишь бы мой колхоз выиграл сражение за хлеб, остальные пусть. Да ведь он оскорбил шофера. Он предлагает ему стать жуликом, вот, негодяем. Да погоди ты витать в облаках. Ох, эти читатели, писатели. Стой ты на земле. Никогда от практики не отрывайся. Бережной хлеб убирает? Убирает. Ага. Государственный план сдает? Сдает. Так а что ж ты еще от него хочешь? Чтобы у него крылышки выросли, да, как у ангелов. Ну, есть у него недостатки. А у кого их нет? Дал барашка. За свое собственное горючее. Чудак. А ты уж его хочешь сразу. Ну, кто же говорит, что его надо снять? Ну. Но ведь его надо наказать. Ведь законы нашего государства... выполнять законы нашего государства, значит, честно работать. А если ты действуешь так, как это выгодно твоему колхозу, а вредно для государства, значит, ты хищник, неблагородный человек. А в советском человеке должно быть все благородное, чистое, без примеси, хитрости, вранья, взяток. Ну, Бережной ошибся. А вы поддерживаете его, говорите, реви, действуй любыми путями, подводи соседний колхоз. Не кричи, я слышу. Я нечаянно закричала. Ну, хорошо, продернешь ты Бережного. Но ведь тут не один Бережной замешан. Выходит, и Королев не досмотрел. А ведь я председатель районного исполнительного комитета. У меня авторитет на всю область. Нехорошо. То есть разве я против критики, самокритики, пожалуйста? Ну, я очень рад. Но тут дочка уже политика. И ты своей пропагандой большую музыку портишь. Поняла? Поняла. Все тебе ясно? Теперь все становится ясно. Ну, видишь, кое-чем помог тебе Королев. Помог, помог. Ну, прощай. И слушайся старших. Товарищ Грач, Илья Михайлович, заметку о барашке поместим в этом же номере. Понятно? Конечно. Как раз у вас там не хватало 40 строк. Королев знал об этой взятке. Знал. Ну что ж, тем хуже для Королева. Да ну что, я этой редакторше русским языком объяснял. Не надо печатать. Не годится, нельзя. Нет, напечатал. Эй, малый, там бригадиры собираются? Скажи, секретарь райкома ждет. И Бережного сюда, сейчас же. А теперь в области прочтут. Начнется разговор. Покровительствует перекупщикам. Придется Бережного под суд отдать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Орел, натворил. Догадался, зачем позвали? Недостойный, конечно, поступок. Больше постараюсь не допускать. И это все? Да ты не нам объясняй. Теперь тебе в другом месте объяснять придется. Что же вам теперь выговор дать? Потрясет это вас, оскорбит? Не думаю. Что же вы думаете, я уж такой заскорузлый? Я в армии небольшой чин заслужил. Но голову между плеч не прятал, вот так шел. А случалось вам перекупать у соседнего полка, ну, например, патроны? Так ведь в армии, Михаил Петрович, там получаешь задание... Тебе и рабочую силу, и материалы дают. Правда, под огнем приходилось работать.
Так ведь то война. А тут выдвинули и говорят, изворачивайся. Надо, бери бумажку, бери барашку. Это тебе говорят не на фронте. Тут говорят, не пойдешь на нефтебазу и не скажешь, что надо героизм проявлять. Да и по-другому сказать, что неэтично вы поступаете, некрасиво, не благородно ведь не скажешь. А почему так не скажешь? Ну так разве они такие слова послушают? А вы пробовали так говорить? Нет. Вы другое пробовали. Не клюнет ли на барашка? А не вышло. А вот шофер нефтебазы пишет в редакцию, что именно вы поступили неблагородно, неэтично, некрасиво. Теперь, знаешь, газета по всему району пошла. Конечно. И каждый знает о вашем доблестном подвиге с барашком. А мне как же? Значит, приготовиться дела сдавать? Дела сдавать легче всего. Вы же сами говорили, что голову не прятали между плеч. А теперь хотите спрятать? Здесь нужны люди смелые, благородные. Работать нужно, товарищ Бережной. Товарищ Иваров! Товарищ Иваров, так можете и записать. Наша, мол, проверка показала, что на полях после комбайна Яшкина в потерях осталось столько-то хлеба. Вот, пожалуйста. Что-что? Ох, простите. Здравствуйте, Антонина Петровна. Вы же сами говорили, веское надо опровержение. Вот оно стоит на дороге. Так и записать можете по вине редакции, или как у вас еще там говорится, по недосмотру, что ли. Дело с концом и точка. Да-да, и дело с концом. Только человек, который не понимает, что такое авторитет газеты, может думать, что легко поместить опровержение. Сегодня газета пишет, Архипов это человек в футляре. Завтра эта же самая газета сообщает, Архипов это типичный парящий сокол. Интересно, кто будет верить такой газете. Так как же это? Значит, продолжать кричать, что Архипов, так сказать, человек в футляре, так что ли? Нет уж, раз такая чепуха получилась, надо говорить правду, не вилять уж. И сказать, что безответственный редактор допустил возмутительно грубую ошибку, надо его убрать. Так, а если известно, что человек не сам совершил ошибку, что его, так сказать, толкнули? Ну, это все равно это только редактор и несет ответственность. Так, Антонина Петровна, ведь вам за это выговор могут вынести. Могут отозвать. Отозвать? Как же это... отозвать. Нет. Антонина Петровна, ведь у нас здесь очень интересный район. Вам как раз тут и поработать надо. Видно будет. Мне ехать надо. До свидания. До свидания. Ну так, всего хорошего. Я говорю, счастливо оставаться. Антонина Петровна. Скажите откровенно, вы замужняя? Честное слово, вы какой-то сумасшедший. Ну с какой стати я вдруг стану замужняя? Вы бы хоть подумали, прежде чем спрашивать. Нет, Я подумал, что еще страшное могу про вас узнать. Меня еще в институте называли конкретный Ваня. Вы теперь все про меня знаете. Все решительно. А вы подумали, какую я теперь обстановку попала. А помните, в степи, когда я ушел от вас, так я еще долго ждал, поедете вы со мной в бугры или нет. Тогда у меня так колотилось сердце. Да. Умереть можно со смеху. У редактора в разгар уборочной начинает колотиться сердце. Вы не сердите на меня. Да нет, я не сержусь. Идите, садитесь, поезжайте, но не оглядывайтесь. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас я не оглянусь, а дальше посмотрим.
Опровержение помещаем. Самокритика нам вроде дело серьезное. Пошли. Илья Михайлович. Да-да. Простите, Илья Михайлович, я неряшливый оригинал, но здесь всего 20 строк. Я вам продиктую. Я слушаю, Антонина Петровна. Обыкновенным, 12-м светлом. Да. Опровержение, точка. Редакция ошиблась, запятая, помещая заметку о рекордах товарища Яшкина, который не заслужил уважения колхозников, позволив себе пренебрежительно отнестись к их благородному труду. С новой строки. Редакция извиняется перед своими читателями, что она поместила материал и карикатуру, порочащие передового агронома товарища Архипова. Редакция обещает своим читателям, что она будет бороться за святое отношение к труду, за хлеб, в котором сила, слава и богатство нашего государства. Ты что, это вроде как присягу даешь? Да. А ты знаешь, что в области уже известно, как вы начали тут Королева щипать? Урожай пересчитывать. Целый день звонят. Начались спросы, расспросы. Что, зачем, почему? Словно первый день Королева знают. Да ты сама-то понимаешь, что ты натворил? Что бровки подняла? Ты понимаешь, что не хватит у тебя силенки одной идти против Королева? Я с Бережным, с Курочкиным, с Варварой, с Архиповым. Я с народом, товарищ Королёв. С народом? По всей степи про Королёва языки чешут. Кто ты такая? Какая твоя биография? Что у тебя большой практический стаж, литературное имя? Что у тебя есть? Что у меня есть? У меня есть правда. Я защищаю интересы государства. Значит, я очень сильна. Нет, дорогая моя. Не твоими руками Королёва столкнуть. Посмотрим еще, за кого. Объективная обстановка даст ли вам облсполком? Что ж, вся объективная обстановка – это отношение к вам облсполком. Ну да, вы дело имеете непосредственно с Верховным Советом. Я имею дело непосредственно с законами нашего государства. А эти законы учат нас. Если человек действует открыто, смело для счастья народа, но ведь вы помните эти слова. Вот эти слова. Вот только-только теорию одолеют, и сейчас же... А ты без книжки. Наизусть, на практике. На практике попробуй. Я по этому учению жить хочу. Константин Федотович. Константин Федотович, а может быть, вы теоретически слабо подкованы? Что? Ну, я тебя без теории. Я тебя теперь на практике подкую. На цыпочках ходить будешь.
Здравствуйте, Надежда Петровна. Илья Михайлович, поставьте заголовок передовой статьи об ошибках товарища Королева. Ого. Что? Здравствуйте, там совещание. Знаю. Им природа не дарила, они взяли урожай, потрудились. Здравствуйте. Здравствуйте. Надолго это у тебя? Присядьте, сейчас мы закончим, я с вами поговорю. Вот все, что я хотел сказать. Ну вот, товарищи, проверка этих материалов и покажет, кто из наших товарищей достоин высокой награды за трудовые подвиги. На этом мы и закончим. До свидания. До свидания. Ну вот что, Михаил Петрович, я не дипломат. А если что, сразу пыль до потолка. У меня к тебе один прямой вопрос. Кто нужнее району? Я или вот эта газетка? А ты сам как думаешь? А я так думаю, что Королев в районе не первый день, не первый год. Как-нибудь уж авторитет себе завоевал, неплохим руководителем считаюсь. Вот ты так и живешь, освещая себе путь светом собственной славы. Не очень это яркий маяк, Константин Федорович. А мы идем к великой цели, идем трудной дорогой. И никто в этом пути не хитрит друг перед другом. Каждый открыто говорит, вот сколько сил, хлеба есть у меня, чтобы дойти до этой цели. Я ничего не припрятал. Ты забыл об этой великой цели. Ты не видишь впереди больших огней. А как же это получается? Я не вижу, а Курочкин видит. Архипов видит, а вот ты не видишь. Ты политически отстал от них. Да ты знаешь, какой мерой они взвешивают свой хлеб в масштабах всего нашего государства. А ты живешь за изгородью своего Большеозерского района, живешь от весны до осени, от посева до уборки. При твоем подсчете хлеб мы могли потерять не только хлеб. Мы могли потерять самые драгоценные для нас зерна честных советских людей. Ты что же и там, в городе, в областном комитете так про меня говорить будешь? Вон что тебя беспокоит. Так неужели даже теперь ты не хочешь подумать о главном? О том, что незаметно для себя ты стал делягой, трусом. Как деляга ты оставлял резерв на случай непогоды, а как трус ты пришел сюда, в райком, и предлагаешь скрутим редактора в бараний рог, прекратим самокритику. И как деляга, и как трус ты сидишь и ждешь, что скажут в областном комитете, вместо того, чтобы посмотреть сюда, себе в душу. Так. Вот как оно обернулось. Еще нет выговора от редактора, но он будет. Не как эти врачи. У меня еще нет беседы с председателем колхоза Бережным. А это необходимо для последнего номера. Да, для последнего. А, Бережной? Ну как, в герои лезешь?
Разве мне, Константин Федотович, дорога заказана? Ну, закуривай. Да спасибо, не хочу. Что так? Да как сказать, дружбы нет, и табачок врос. Ишь ты. А ведь я еще товарищ Бережной, председатель райисполкома. Конечно, еще председатель. Или тебе что, известно? Так известно вроде. Так. И Бережном уже мою судьбу обсуждают. А кто ж тебя посвятил? Редактор, что? Я сам. Сам с собой вашу судьбу обсуждал. Вы направление души человеку неправильное делаете. Прямо по ивашинским нотам запел. Значит, и ты, Бережной, философией занялся. Да я, как сказать, от хорошего дела никогда не отказываюсь. Да и мира плохого тоже стороной идти не хочу. Направление души. А если Королёв целому району направление дал? Когда этот элеватор построили? При Королёве. А когда это отгрохали? Опять при Королёве. Так у нас же, Константин Федотович, направление жизни так развивается. Нам что надо, мы то в план включаем. А уж как сказать райисполком, он должен строить. Ну, элеватор там или какое другое помещение. Из Королёва шагу не ступали. Все, Константин Федотович, Константин Федотович. Или у тебя теперь другая философия появилась? У меня, правду сказать, такая была к вам философия. Вот он, думаю, Константин Федотович, председатель райисполкома советской власти. И вот скажи вы мне в огонь, пойду в огонь. Так ведь я не за вас лично, а за советскую власть. Вот это вы, Константин Федотович, не путайте. Здравствуйте, товарищи! Товарищ Бережной! Здравствуйте, товарищ Бережной. Здравствуйте. Я хотела бы взять у вас беседу. Мне надо записать кое-какие ваши мысли для последнего номера. Для последнего? Ну что ж, мысли, конечно, есть. Бывают мысли. И должен так сказать. Ну что это? Про мысли. Человек столько хлеба поднял. Значит, была у него хорошая мысль. От них, Тонечка, хорошей мысли не добьешься, пока не по степи озябшие ехали. Золотая твоя голова, Варвара. Эй, Колечкин, погреться нам. Одну минуточку. Приглашай редактора. А, и правда, Антонина Петровна. Как сказать, с устатку. Да, все потрудились. И мы с вами, так сказать, в главных происшествиях заодно были. Да, много у нас нынче осенью происшествий было. Ну, а барашка, Антонина Петровна, забудем. Эй, Климов! Ну, поди-ка сюда. Этого самого? Которого? Того самого. Ну, друг, будем мириться. А у меня зла к тебе и не осталось. Я все в газету напечатал. А теперь ты мне друг и товарищ. И товарищ. Следите, ребята. Хозяева приехали. Одним чаем сегодня дело не кончится. Ты знаешь, что я тебе скажу, Тоня? Колька Пияшкин красотку себе присмотрел. Манютку Харитонову. Ну, знаешь, она девка. Тряхнет сережками куда с добром. Гляди, идут парочка, гусь и гагарочка. О, а так гулять собираются, а? Хлеб сдают сверхплан, колхоз победитель. Интересно, торжественная часть будет или сразу танцы? Наверное, танцы, ну как же. Нет, я товарищу очень благодарна, но ведь мне же надо с Бережным письмо писать в газету. Письмо? Да. Ничего, мы все писать будем. Тоже голова на плечах держится. Тише, дайте записать жгучие вопросы. Теперь про хлеб пиши дальше, Антонина Петровна. Вот, видишь, ладошка. Так пускай пройдет теперь любая инспекция, пусть смотрит. Так вот и на поле. Убрано все под метелочку. Сборка хлеба высокого качества. Высокого. Ни одного драгоценного зерна. Ни одного зернышка не брошено.
А которая брошена, то подобрана. Так в процессе работы всегда могут быть отдельные ошибки. Вот именно. Так я ж не в попрек тебе, Коля, в смысле которых перевоспитать. Ну ладно, дядя. Отпечатано. Так, теперь пошли дальше, Антонина Петровна. Называйте поименно, крупными буквами, первого нашего комбайнера, вот данную, Марию Харитонову. Достойная. И укажите, пожалуйста, Антонина Петровна, в следующем пункте. У товарища Яшкина только на 1% поменьше. Вы меня не поддерживаете, Мария Николаевна. Я уж как-нибудь еще сам себя поддержу. Коля. Можете прямо записать, Антонина Петровна. Мол, да, было. Да, было. Ну вот. Так сказать, пошел на легкую славу и так поскользнулся, что... Это ж было. Да, было. Вот. А вкратце сказать, комбайн еще в наших руках. Еще будем жить ту осень, которая впереди. Так что дадим 3 нормы. Про хлеб, да про хлеб. А про овечи когда записывать будете? Ну уж это про барашку, по-моему, ни к чему. Я думаю, товарищ Бережной, коротко можно и про животноводство. Строчек 7. А, про животноводство, это можно, это пишите. Тетя Даша, ты чего смотришь-то? На всех овец вон 7 строчек дают. Что? Кто это так распорядился? А, это ты, Бережной. А почему опять животноводство в дальний угол уталкиваешь? Пиши, главное дело в степи овца. Надежда, иди сюда. Вот у этой Надежды не только что какая овечка не пала, а то есть ни 1% не подох. А вот как же мне, товарищи, из-за венья выйти? Ежели моя характеристика ни на какие проценты не укладывается. Разве на этом агрегате я могу 200% выстукать? И еще вносим письмо агронома Архипова. Ивана Гавриловича. Пиши, пиши. Подтверждаю это предложение. Вы куда, товарищ, письмо пишете? Нашим вообще соседям. Пускай по всей степи идет, по всему району. А если, товарищи, в нашу областную газету? Ну, конечно. Областную. Кончилась ваша дипломная работа? Да. Мне кажется, в институте оценят высоко. А в обкоме? О, а в обкоме сказали, что это хорошая работа. Очень хорошая работа. Мне кажется, что я защищала эту дипломную работу перед ними всеми. Пора домой, пора домой.
Антонина Петровна. А ведь в этом каравае есть несколько и наших зернышек. Как ты думаешь, Илюшенька?